И всем привет! Мы вернулись в игру. Ну что ж, наверное, это нам сюда. Ух, тут у него сколько барахла разного. Ух ты, нифига, кукучи. Это ж рай. Для бомжа. Ух ты, хорошая конверта. Для белья прям хорошенькая, действительно. Пушки валяются. Так, металлолом, тогда, я думаю, нам для починки клетки нам, я думаю, так пригодится. Так, дерево, думаю, тоже пригодится. Так, все. Большая куча. Ох, еще одна корзинка для белья. Неплохо, неплохо. Что у тебя тут есть еще? Экскаватор большой. Управлять нельзя. К сожалению, нет. Опять пластик. Деревянная кольная рама. Хоть сказать, места нету. Места нету. Это что? Помет. Семечка дикого чеснока. Семечка яблока. Блин, это просто мусор. У меня как бы все нормально с едой. Ну ладно, пускай варяется, пошли. What do you want, Pukestein? Hook you up with free materials, huh? Oh, Mr. Jello can hook you up, all right. Hook you up your ass! Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left for those fuckers. And what trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook for a hand! Idiots! My place has the most paper. My sub is dynamite! Take that silly pot of yours and don't tell them that I won't go down quietly! Wait! Прости, я, если я наверное, что-то взрывать. Психиатр говорит, что нужно радоваться тому, что у тебя есть. А я пытаюсь, правда, но тяжело, когда кто-то пытается все твое уничтожить. Давай поговорим. Договоримся. Дай тебе небольшую посылку. Как бомба. Отлично, я тебе подарок. Так это бомба. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place after you make the delivery. Увидимся. Good luck. Закончишь. I hope you enjoy fireworks. Can't say that I have a good feeling about this. Да-да-да, я тоже как-то не очень хорошо об этом. Я так понимаю. This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. I have money to spend, and I'm in dire need of entertainment. I would be silly to assume that he just strapped explosives to me. Надеюсь, я успею туда доехать. Probably nothing to worry about. Да, правда, наверное, не о чем беспокоиться, действительно. Так, ну, сломинка. Так, шифтим. Так, я думаю, что надо еще будет свернуть на дым. Переулки, кстати, здесь что-то продаются, бухло. Блин, пикет, о, уже подъезжаем, давай. Wait, did it just get faster? Конечно, быстрее. Отвали. Сейчас бабах. It was a fucking bomb. Так это и значит Curse была бомба. Так нельзя. Never trust a clown. Never. Никогда не доверяй клоунам. Валим отсюда. Ой, бежи, беги, беги, то есть. Потеряемся с этим, то? Что это такое? Ух ты.
Блин, 5 звезд не так просто от них избавиться. Так он не рок, блин. Так, будем делать вид, что мы ничего не делали. Так, копы. Так, come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Блин, здесь копы, там копы, везде повсюду. It's a good moment to hide. Бегу, 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 бегу. Так, отлично, звездочка пропадает. Уходим в переулок. Отлично. Серьезно, а то мне копейки заплатил за это, то, что я взорвал. Так, место, говоришь, не то, да? I pay top dollar for anything of value. Drop by every now and then. I might have something new. I pay top dollar for anything of value. Так, банки, сломанный корпус. Bring back some cool. Так, давай-ка вот это возьми. Stuff. I pay top dollar for anything of value. Чё дашь? Разбитая ваза 0-1. Thank you. Да не бухти. We're visiting Bumville's number one pawn shop. Are you pawning? Такая хорошая тележка, а ты мне за нее ничего не даешь? 5 центов. Tell your friends. Ну ты даешь так, скраб, во, баллон. We've got the best prices for. Okay. What treasure did you drag out of the train? Bring back some. Так что это такое вообще? Этот цветок, артезу, который он обладает, ветер. Цена продажи. Ты забирай, короче, его. Cool stuff. Я знаю, где его можно набрать. $6. Be sure to. А что ты один взял только? Come back to me when you find. Okay. What treasure? Drop by. Да не бухти ты там. Чуть такое у нас металлом пока оставлю. Buy every now and then. Are you pawning or selling? Tell your friends. We've got the best prices for. Are you pawning or? Tell your friends we've. О, блин, ты одно и то же говоришь. Так вот, совочек возьмем. Got the best prices for gold and silver. Я думаю, вот эту тоже заберем. Так, отлично. Это, я думаю, пока оставлю. Пошли заберем, что тут есть. Спасибо. $7. На дороге не валяйся. Так. Панков. Ну-ка. Называешь это ударом? А как на вот это? Лошара! Слышь ты? We're just getting started. That'll teach you. Ух ты ж, мудозвон носатый. Так, мадам явно не с этой. С этой партии. Братан, за это я тебя. За вандалилую. Excuse me, sir. I'm sorry. Знаешь, вот этот, видишь этот ящик? Да, блин, переключись наверх. Ух ты, блин, брось ты копа там. Черт. Даже полицейские были, появились ниоткуда. Стамина кончилась. Блин, походу еще хуже сделал. Кстати, он на тот остров можно перебраться, я вижу. Может быть и нет, я плавать не умею. Может, можно где-то спрятаться? Find some cover before they see you again.
Блин, тележка эта долбанная, давай едь за мной. Надо потеряться где-то здесь. Them, так, посидим. Посидим. Еще посидим. И еще посидим. What do we say to the police? Not today! Да, что мы скажем полицейским? Не сегодня. Ладно, мусор. Здравствуйте, офицеры. Ну что ж, что ты тут говоришь, козел? Это было бомбастик. Новое задание. Переработаем. Так, бросай материалы радиатора в мусорную и в контейнер положишь. Так, ладно. Когда сюда, что ли? Да, металлолом. Поспать пока не надо. Голубинка. Пожалуй, это значит, мне все дают, да? Давай скинем это все дело в тележку. Металлолом, нужная вещь. И карта. Как насчет починить кукурятниц? В смысле, голубятню? Так или иначе, так, деньги реально так. Ремноборы нужны. Сорви его. Р. Да не того. Так. Тут какая-то зона. И что делать? О, тут можно что-то строить, что-то такое. Переработка. Выберите подходящее место. Закрыто. А что надо-то? Производство. Так, во. Верстак. Давай рядом с голубятней поставим, что ли? Или где? Ну, вот здесь вот. О, идеально. Так, как там? Е? Так, простой ремноборник создавай. Так, нажать R. Открыть каталог. Да подожди ты. Украшение, оборона, сад, башмак, готовка, приспособление, это что ли, нет? Простая кровать. Офигеть, сколько тут всего. Так, не-не-не. Вот он, во-во. Это что такое? Алхимическая лаборатория, да серьезно? Голубятня, вихрь. Так, что-то от меня хотят вообще. Так, достань из Карла простой ремонт, нам понял. Не то вообще начал делать. Вот они. Но мне нужен один. Я так думаю. Так, Е нажать, да? Boom! Easy. Бум! Легко. Так, я прав, заходи в гости, и у меня служба купитель добавляет материалы. Можно бесплатно поставить подарок. Расчеты на доставку подарка? Теперь можете покупать материалы у мистера Киселя. Или Киселя? Теперь голубятни можно улучшать. Что такое? Отлично, приятель. Бомбой мне быть не очень нравится, но хорошо, что в итоге все получилось. Чё? The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That doesn't sound good. Кажется, we should pay our spy a visit right away. Да подожди ты тут, блин. Крафт пошел. А что хочешь? Так, металлолом, гвозди. Гвозди, кстати, я еще не находил. Так, ну давай что-нибудь переработаем. Вот это, например. А что здесь можно делать? Так, крутой ремонтный набор. О, гвозди.
создаем. Ну-ка, где гвозди? Кстати, крышку. Мне можно тоже переработать, так думаю. Так, пока, походу, не забыл что-то. Что-то тут? Еще не того, отлично. А более лучший переработчик у нас нет? А что-то там можно бросать? Ну, что у меня там еще есть, что я могу скинуть? 15 досок, блин, ничего нет. Так, 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 сейчас что-нибудь возьмем. Мусорку, что ли? Слышишь? Козел. Гамбургер. Хрум-хрум, отлично. Так и не говоришь, что мне сюда заходить нельзя. Можно. Тележка, ты где? Блин, тележка за мной не поехала. Тогда придется завести ее, собственно, как говорится, ручно. Стой! А то вандализм будет, все такое, начнут кричать, пыхтеть, пыжиться. О! Вот это на переработчик пустим. Это же вся куча такая. Серьезно? Так. О, еще переработчик пойдет. Лови. Крышка туда же. На скраб пойдет. Бутылку не знаю, проверим. Вряд ли, наверное, но... Тихо, не бухти. Вот так-то. Так, что еще? Да уж. Какие вещи. Пластмасса, ведерко. Пойдет переработчик. Что это такое? Какое-то еще задание есть. О, какая-то хрень. Эй, панки! Срикошетило? Тоже срикошетило? Ну поднимайся, поднимайся, дружок. О, прокачка пошла, давай еще этому. Блин, все на рикошете. Так, что это у нас тут, ребятки? Сигареты. Excuse me, дамы. Hopefully that's enough. I'm really sorry. I have nothing on me. Ну, нет, так нет. Мадам ходила. Maybe next time, okay? Ух ты ж. Next time. Ми-ми-ми. Так, ладно, поехали, переработчик. Тут же надо свою базу делать. Где ты там? Ты можешь подъехать чуть-чуть поближе к переработчику, чтобы я не бегал за каждые 3 километра? Спасибо. Так, эта фигня не влазит. Ладно, будем знать, значит, покрышку возьмем. Не влазит. Ну ладно, вот это точно я знаю, что влазит. Значит, он только металл может переделать. Что это? Консервная банка. Спасибо. Возможно, она тоже на переработку пойдет. Алюминий все такое. О, отлично. А говоришь, мусор бесполезен. Еще как полезен. Может, картон? Не, картон, по-моему, я уже пробовал. Ты
то есть тогда тоже, тоже металлом превращается. Такая маленькая баночка. Так, это действительно не особо надо. Так, хорошо. Включаем строительство. Так, зону строительства. Так, R, войти в строительство. Так. Голубятни. Вертикальный голубятни. Так, что мне хватает? Алюминиевые листы и гвозди. Гвозди есть, надо еще сделать гвозди тогда. Так, давай-ка гвозди. Есть. Алюминиевый лист. Само собой нужен алюминий. Так, это что? Медные трубы. Бить нужно сигарет. 5 бычков. 5 бычков. А у нас... А у нас... Ни одного. Ну-ка, дерево. Дерево тоже не перерабатывается. Ну ладно. Давайте тогда улучшим еще немножко. Так, вот эту хотя бы можем сделать? О! Это такая же, что ли? Так, а вращать можно ее? Повернуть объект? Да, можно. Не знаю, лучше, хуже. Давай-ка поставим здесь ее пока. Идеальный привлекающий маневр. Если вас поймут выйти на время, просто запустим врага в рожу. Пшено на него всыпать. Это как в этом. Один дома, когда он насыпал они. Пшено на них голуби налетели. Ну, эта клетка, по-моему, как-то даже получше выглядит. А это можно разобрать? Взаимодействие, войти в режим строительства. Уничтожить, F. Ну вот. А передвинуть можно? Нет, передвинуть нельзя. Так, уничтожить, видеть режима. Что у нас тут по кровати? Готовка. Так, коробка с... Что это у нас? Ну давай простейшую сделаем для... Для цветов. Нам же надо что-то выращивать, нам же надо что-то жрать. Голубей чем-то кормить. Блин, так не поставишь, ну ладно. А что ты сделал? Кухня. Это закрыто, это закрыто. Ну хотя на меня все есть. О, а что это такое вообще? Я что-то не посмотрел. Большая... Большой коллектор помета. Кормить голубей семечками, собирать помета. Зачем он не нужен? Другой вопрос. Ладно, поставим пока здесь. Так, а как тебя кормить-то? Да что ж такое-то? Что-то пошло не так. Да посмотри, я не могу с ним взаимодействовать. Ты заглючил, что ли, твой налево? Или не сохранилось? Так, сохранить игру. А, сохранилось. Перезапустим. Перезайдем. Ну вот, все как это. Так, пластмассовое ядро. Говоришь. Тоже не перерабатывается. Так, вот семена, да? Семечко и яблоко. Давайте посадим его. А, что-то его надо... Опа. А дело-то пошло. Уже сидит и гадит сверху. А как с ним взаимодействовать-то? Или он автоматически собирается? Так, клювы. Мне нужен алюминий. Блин, алюминия нет. А вот. Так, давай-ка пластик. Сколько дашь уже? $1.
friends, we've got the best prices for gold and silver. I pay top dollar for anything of value. Так, пластиковая канистра, мусор. Мусор. Так, что еще дашь? Вот, картон. Картон вроде бы нужен был. Но это не... Так, слышишь ты, бай-бай. А деньги? И все. Еще думал. О, тут еще можно деньги вытрушивать. Ничего не выпадает? Так, что-то выпало. Отлично. Потом сидим. Так, опа, стульчик пластмассовый. Жалко, нельзя взять. Иди сюда. Блин, не попал. Опять. Только не говори, что места нет, я только тебя освободил. Так, а тут что у нас? Ничего. Так, панки, ну-ка подходим. Подходим по одному. Мне даже птичка ваша не нужна. Чтобы накостылять вам. Так, чего у вас тут? Чего охраняли-то? Мусорку. Так, деревянный ящик. Сломанный ящик. Опять хлам. Ну-ка. Как минимум нас... Мне можно поспать. Так, ладно. Надо что-то искать. Яблочко. Сидим. О. Так, упаковки. Открываемся. О, дерево пойдет. Нужная вещь. Блин, нельзя открыть-то. Тоже продадим. Okay. Слышь ты? Где ты сам? А ну стой. Своего шкуриша позвал. На тебе. Ну вот, и отлично. Так, опять фуфло. Yeah, ничего, блин, для переработки нет. Вообще прям ничего. У, птички. У них есть семена. Семечко. Опять дерево. А, это ж на этих бросить можно. Давайте попробуем на кого-то. Хлебушка, вот на тебя. That's it. Отдумайся, дружок. Так, где бы взять что-нибудь такое, чтобы можно было сбагрить? Металлолом. Во! Вот это скраб, действительно. О, 4 металлолома, ништяк. Так, мадам. Go away. Tough times, eh? Да, тяжелое время. Кому сейчас легко? I can spare a little. Серьезно, еще раз дал? Спасибо. Some other time, okay? Понятно. Пожертвуйте бомжу на пропитание. Ну-ну-ну. Куда-куда-куда идешь? Oh, you poor unfortunate soul. Спасибо. Пошли. Как насчет вас, сэр? Go bother someone else. Господи, не хочет, говорит. Так, а что я тут не пройду?
Ну, пока плаванчик. Что-то зря сюда, по-моему, заперся. Ладно, пошли. Пометь семечко, что-то баклажана, по-моему. Что за магазин? Помойка. О, канистра. Так. You know the drill. Ты знаешь правила, держись подальше, с той стороны. Да-да-да, уловили. Что там? Ты знаешь, что на улицах полно жуков, а клопов нигде не видно? Ну что, мы лучше прячемся? Боюсь, нет, жуки огрызают массовый налет на всех ребят из банды клопов. Хотя теперь их... Что? Если хочешь держать any creeps on your side, you better go and save them. Now. Come on, pal. Ну поехали. Спасать их. Stupid bug heads. Давай, куда ехать-то? Shift. Напрямик. Here they are! Go get them, tiger! Так, слышь ты, бутылочник, пошел в баню. Ну чё, привет. Спасибо. За мной не заживеет. Клоп, спасём. Уважение клопов выросло. Ну, теперь мы готовы показать ублюдкам из... Сначала надо упражняться, давай найдем, захватим парочку жуков, жучек баз. Чтобы они мало оборзели, надо им напомнить, кто здесь хозяин, Пёрышко вываляется. Мусорка. дерево. Так, что это? Жуки скоро нападут. Жуки готовят налет, если не заплатите за крышевание. Наше решение. Поручить клопам защищать самим базу. Конечно, самим базу. Поехали базу защищать, давай. Сейчас напинаем их, еще прокачаемся. Поехали, поехали. Что там с алюминием? Где же алюминий раздобыть? Там печку надо поставить. А для этого еще нужно алюминий найти сам по себе. Может, его купить можно где-то? Может, я пока еще чуть-чуть не знаю. Скорее всего, что так оно и есть. Че тут? Кто тут? Где этот? А, вот, 21 минута. Так, давай что-нибудь туда скинем пока еще. Ящик деревянный. Пускай перерабатывается. 12 секунд, 11. Может, что-то еще успею. Батарею кинуть туда. Сколько за день строят? Копейки. Жучары, да? Ты че это там? Слышь, ты жучара, ты ничего не путаешь? Ну-ка пошли, алюминий он облатался. Хотя переработчик засунуть нельзя случайно.
Ну так, на всякий случай. Нет, к сожалению. А, там же металлолом лежит. А ну иди сюда. Нет. Слышь, я тебя не выпускал. Тихо. Товарищ полицейский, смотрите. Бомжа заберите. Кому нужно помочь? Ишь ты, а ну стоять. Спасибо за помощь. Я верну долг. Ну, возвращай. Еще. Так. Пока ищу всю керамику. Никак не нашел еще. Вот, собственно говоря, и керамика. Дорого, конечно. За 20 баксов, елки-палки, 10 штук. Металлолом. Керамика. Ладно, давай возьмем, у меня как бы деньги есть. Черт, уже ничего не лезет. Чего избавиться? От помета. Че бубнишь-то? А, кстати, тут же можно переработать. То есть это тебе не надо, да? Нет, ты смотри. Так, а ну колеса. Странно. А что ж тебе надо сюда? Странно. Какие предметы тебе нужны? Может, картон? Так, вот картошку, картонку. Или вот одну деревяшку возьми-ка. 66. Ну ладно. А я обратно забрал? Что ли? О, ну нормально, в принципе. А ящик не берешь? Нет, ты смотри взял. Сейчас мы у него тут полутаемся. Корзинку берешь? Целая, хорошая. Нет, не берет. Сюда влезет. Ну ладно, значит, мы взяли керамику, поехали обратно, сейчас будем делать что-то интересное. Так, о, отлично, все, поехали обратно. Так, то что было только что, было опять нападение на жуков. Так, давайте сделаем уже наконец-таки не то. Так, вот оно, да? На переплавке алюминия. Так, куда бы тебя поставить? Давай сюда. Не-не. Так, здесь кровать. Так, а что для тебя надо? Так, ну что-то надо взять в руки и кинуть туда, по идее. Ну-ка. Давай, у меня есть что-то... Что-то вот. Одна консервная банка, например. Так, где взаимодействовать? Поговорить почему-то нельзя. А почему? Странно. Так, не бухти. Так, ну вот, оказывается, семечки сюда идет. Голубям кормить. А в кормушку, наверное, какие-то другие семена нужны. Это просто помет. Но помет же сюда, жалко, что не используется. Возможно, что-то я делаю неправильно. Бросить, повернуть. Сложим сюда.
12, отлично. Семечко лука. Не знаю, почему он не хочет расти. Возможно, что-то я неправильно делаю. Точнее говоря, не то, что-то строю. Давайте посмотрим еще что-то тут не туда. Так, алюминий, говоришь. Тут гвозди-то ладно. А вот алюминий лист, я так и не понял, где его брать. В смысле, что в печке переплавлять-то? Что туда не суешь, ничего не это, вот. Какие-то алюминиевые вещи нужны, может, кастрюля какая-то. Хотя вряд ли. Так, а тебе что надо? Аж 3 алюминиевых листа. Так, тут еще подземка есть. Я сюда, кстати, ни разу не спускался. Че это такое за... за мухоморчик? Блин, где-то там далеко. А вот он. Не, слаживаем. Начали скачать-то. Стул, блин. Копейки стоит, даже брать уже не буду. Ничего интересного. Так, возможно, других материалов нету, потому что надо по миссии, наверное, продвинуться. Поехали на миссию, что ли? Open up, fuckers! I want my body back! Нужно мое тело. Oh yeah! My friend wants his brain back as well! И мозги open нужны, up or face the wrath of the Pigeon Master! Can you please stop doing that? Mr. Bones has just installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking... Do you have an appointment? Of course not! I don't need an appointment to... Oh no, I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Listen, I'm here to... Why don't you make an official call? Пожалуйста, запишитесь на прием. If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. No way I'm gonna wait for... Sorry, I wish I could be able to help. Goodbye now. До свидания. Fuck! What now? Что тебе есть? Ideas, pal? Есть тебе идеи, приятель? Нет? If I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards, and they don't seem happy about you. Новых охранников не вам не обрадуются. I can help. Meet me behind the hospital. Следим за больницей. Who was that guy? He was wearing a lab coat. I don't trust guys in lab coats. They remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. Fun times. Doesn't seem like we have much of a choice, huh? He told us to meet him next to the hospital. Maybe he's just a doctor with a soft spot for bums? You know, free medical service and stuff. Nothing. Да не бубни ты там. Вот это, наверное. Evil, twisted, or dangerous, like with most of the people we meet. Who am I kidding? Let's go see what sort of crazy person we have to deal with this time. Ах ты ж козел, попал по мне все-таки. Well, I'll make sure every creep knows what you did for me. Окей. Клоп спасен. Ну что ж. О, колесо. Беспонтовая вещь. По большей части. Так, что у нас там? Прокачка. Что бы нам прокачать-то? Повышай шанс получить деньги. Давай-ка. А ну. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, мисс. I wish I could give more. Так, ну неплохо, 93 цента, почти доллар. Сосисочки не продаются ночью? Так, а я здесь, кстати, ни разу не был. Где-то на минималках. I wish I could give more. Come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Перышко. Целую кучу перышков надо собрать. Серьезно?
Я могу спереть стул? А, просто... Нет. Может, разбить его можно? Так, ну тут полицейский. You may approach me, beggar. I have a daring quest for you. Нет. Можно их просто выкинуть, смысл какой? Ладно. Ну что ж, а на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.